Казанский федеральный принял у себя студентов туристических специальностей на первом всероссийском студенческом форуме «Открой свою Россию». Совместно с московскими вузами специалисты Центра туризма и гостеприимства Института международных отношений «История востоковедения КФУ» организовали конференцию, на которой студенты могли представить свои проекты по развитию внутреннего туризма. Стоит отметить, что туризм – приоритетное направление экономики Татарстана, и этому вопросу уделялось большое внимание. И поэтому вот этот форум первый проходит у нас здесь, в Татарстане, в Казани. Это не случайно, мы все-таки третья столица. Но цель такая: студенты приезжают со своими разработками, наработками, и мы знакомимся как раз с той областью, с тем регионом, где находятся, ну и представляем свои работы. Приехало очень много гостей, планы у всех очень большие. Мы надеемся, что эти планы будут реализованы. А студенты, аспиранты, которые принимают участие в работе этого форума, это наше будущее, это те специалисты, которые будут обеспечивать наш привлекательный образ Татарстана, нашего университета. Всего в форуме приняли участие более 100 студентов из Казани и Москвы. В своих докладах они затронули такие актуальные проблемы, как аккредитация экскурсоводов, безопасность и качество услуг. Резолюция по окончании конференции будет принята во внимание многих правительственных органов. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз.